Землю крестьянам. Более 650 гектаров неиспользуемой земли в этом году вернули в сельскохозяйственный оборот. Так, план по освоению участков выполнен на 92%. Такие цифры озвучили на совещании, которое прошло в администрации Щелковского района. На данный момент у нас 3073 гектара земель не введено в сельхозоборот. У нас есть, соответственно, план ввода в сельхозоборот до 2020 года. Эту цифру свести к нулю. То есть все земли должны работать на экономику. Лидерами по вводу таких земель в оборот стали городские поселения Фряново и Сверловский, а также сельские Анискинское и Огуневское. Осваиваются те земельные участки, которые относятся к категории сельского хозяйства, однако по факту не используются, например, из-за банкротства предприятий, а могли бы приносить существенную пользу району. Мы будем проводить с ним работу о вовлечении этих земель, чтобы если они самостоятельно не занимались сельским хозяйством, чтобы передавали их в аренду фермерам, либо сельхозпроизводителям Щелковского района. Так, в этом году введенные в оборот земли стали осваивать уже несколько инвесторов, в том числе мясоперерабатывающие предприятия. Стоит отметить, что работа по вводу участков в сельскохозяйственный оборот активно продолжится и в следующем году. Планируется перевести почти 2000 гектаров, а это почти в 3 раза больше, чем в 2016. Достаточно весомая прибавка в наш бюджет, это весомая прибавка в продукт, который мы выпускаем на территории, это, соответственно, показатели наши. Мы будем делать все возможное, чтобы все земли были запущены в сельхозоборот в самые короткие сроки. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».